На уроках компьютерной грамотности для тех, кому за 40, всегда много народу. Без знания новых технологий современному человеку не обойтись. Они делают специалистов конкурентоспособными, улучшают и упрощают жизнь людей. Именно поэтому на курсах в первую очередь изучают сервисы, которые позволяют сэкономить самый главный и важный ресурс для жителей мегаполисов – время. Я работаю, у меня семья, и, конечно, стоять в очередях сегодня – это непозволительная роскошь. Поэтому я с удовольствием и с интересом приняла предложение посетить эти курсы. Я считаю, что оплатить онлайн без очередей – это просто счастье. Платить онлайн учат с помощью сервиса Каспи.кз. Он сейчас доступен не только для клиентов Каспи-банка, но и для всех держателей карточек Visa. Зарегистрироваться можно с помощью мобильного телефона. Сам сервис очень простой, не нужно дополнительно звонить в банк. Система подсказок очень удобная. Любой пользователь, который даже не имеет особого опыта с компьютером, все схватывает буквально за 20 минут. Привлекает в сервисе Каспи.кз, конечно, еще и то, что не нужно платить никакой комиссии. Пару секунд навод цифр на клавиатуре, код подтверждения на мобильный, и вот деньги уже заплачены, а значит, сэкономлено время. Я не представляла, что все это так просто. Никаких проблем, никаких вопросов не возникает. Очень хорошо описана система защиты наших данных. Я удовлетворена. Как отмечают преподаватели, сразу убедившись в простоте и удобстве сервиса Каспи.кз, все больше людей начинают платить за многие услуги онлайн.